играем, сложная игра. Будем стараться, надеюсь, во втором тайме повезет больше, забьем. Пара судейских моментов было, но и то там такие сложные моменты, что судья человек тоже сложно. Просрали 2-3. Наш стандартный счет, только с Реалом удалось 3-3 сыграть. Вот. А так мы стабильно, вот. Молодцы парни. Что сказать, уже не те, короче, проигрываем раз за разом. Ждите нас, борьба за второй дивизион будет очень мощная, я думаю. Вот. В общем, Маритима будет рвать и метать внизу таблицы. Команда Атлетика, Литвинов Олег. Была очень тяжелая игра и порой очень грубая. К сожалению, не хотелось так грубо играть, но выиграли по делу. Хотя, конечно, тяжело было. В какой-то момент я думал, что, наверное, уже все будет так ничья, но забили. Вот. Ну, надеюсь, что мы, когда в следующий раз с ними встретимся, будет все-таки более мягкая игра, и мы не будем друг друга убивать так на поле. Вот. Моей команде спасибо, товарищу судье спасибо. Все было отлично, спасибо.